Привет, друзья! Это видеомастерская. Сегодня не серьезно, а серьезно. Почему болит попа? Крутой спортивный велосипед – это плюс 100 к внешности. Без сомнения, многие марки берут дизайном, а за это делают накрутку. Матовый черный, глянцевый белый, стремительные линии, аэродинамика, агрессивный внешний вид. Но если честно, зачем вы покупаете велосипед? Как часто вы на нем будете кататься? У неопытного велосипедиста попа устает уже на второй час после катания. Болезненные ощущения остаются на следующий день. Причина в спортивном седле и посадке. Кстати, о том, как правильно сидеть на велосипеде, мы расскажем в новых роликах. Спортивное седло жесткое, узкое, практически не имеет амортизации, кроме тонкой поролоновой проставки. Места, где мягкие ткани могут подвергаться давлению, сделаны отверстия. Это больше актуально для мужчин. Как же катаются опытные райдеры? Вы не поверите, но у опытных райдеров такая усталость практически не наступает. Все дело, во-первых, в привычке, во-вторых, в правильной посадке и, в-третьих, в правильном отдыхе. Катаясь на велосипеде, необходимо постоянно чередовать езду в седле с ездой на педалях. Это позволит вам размять ткани. Если не умеете, то лучше вообще остановиться и отдохнуть. В походах такие остановки делаются каждые 20 километров или каждый час. Часто бывает так, что новички уже на второй месяц бегут покупать новое седло для велосипеда и колхозят вот такие кресла на спортивный велосипед. Но секрет комфорта не в мягкости. Попа устает быстрее именно на таком седле. Все дело в том, что есть тазовые кости, которые должны равномерно упираться в заднюю часть седла. При этом нагрузка распределяется и с мягкими тканями, то есть вы сидите всей попой. В противном случае будут уставать либо кости, либо мягкие ткани от чрезмерной поверхности соприкосновения, как на больших седлах. Такие варианты подходят для прогулок на короткие расстояния. Ляжки упираются в выступающие части, быстро устают. Касание седла происходит со всей поверхностью попы, от этого быстрее наступает усталость. При катании держаться лучше ближе к задней части седла. Узкая форма позволяет вам переносить вес, быстро вращать педали. Ноги не упираются, как на широком седле. И, конечно, практика. Со временем вы поймете, что на жестких моделях усталость наступает действительно медленнее. Вы чувствуете велосипед намного лучше. Если седло все же хочется поменять, возьмите такой вариант. Он в меру широк, а задняя часть, куда приходится упор, мягче и высоко выступает. Проверено многодневными велопоходами. А это была видеомастерская. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы и берегите честь молодого.